Чао-чао-чао. Мы находимся на канале Busy Games, и мы продолжаем. В этой серии, я надеюсь, мы сможем уже закрыть этот регион, регион Веры. И как бы последний из миссий кампании, то есть миссий сюжета, это у нас это вот миссия по очистке, да, за чистоту окружающей среды. Ну, пойдем, значит, попробуем, и я надеюсь, у нас все получится. Это вот потому, что нам дадут вертолет награду, и я так подозреваю, нам придется еще и полетать на вертолете в чем-то. Или на каком-то. Ты что, совсем дурной, а? Шкура лося. Странно, здесь 100 метров. С автомата уже не могу врагов. Кстати, вообще мы можем нажать вот так Т. Нет. Назад, да, гораздо проще. Аккуратнее, четче. Ну опять промазал. Кстати, даже не обратил внимания, пофиг. Минус 2. Минус 3. О, щит. Так. Замечательно, пока мы знаем. Так, пока там выше. Мама, мне минуту взломать. Угу. Где следующий, кто там? Опа, ладно, оттуда не будем. Понял, она не сыграет на руку ни мне, ни им. Заправки стоит вертолет, ну да. Мы же не ищем легких путей, где вертолет стоит.
Что-то я тут вертолета не наблюдаю пока. А вы видите вертолет? Дружище, его, кажется, угнали. Ну-ка. Да, его угнали, походу, дружище. Ладно. Получается, мне нужно купить вертолет, да? Так, легкий, ага. Сирены на нем нет. Так. Вот такой мне, наверное, и нужен, да? Да, высадить вертолет. Вроде как у него пулеметики какие-то есть. Вот, поехали. Ах, нифига он шустрый. Я там что за танк? Найти лодочный канвой. Просто полет. Ладно, полетели дальше. Сделаем вид, что нас никто не полил. Скорее всего, земли. Га, тут мостик какой сезры. Ой, вы... Ты дурак, что ли? Ёб твою мать. Я хотел проверить, может там на Ешку что-то включается, какие-нибудь тумблеры еще. Собака. Проверил. После того, как нажал, такой, блядь, на Еже вылезти с вертолета. Ищем, где теперь. Вертолетная площадка рядом есть. Здесь, да? Путешествуем туда. Вызываем свой вертолет. Еще один. Не, смотри, здесь еще можно заначку найти. У нас отряд на вершине пика хищника. Если хочешь встретиться с ними, следы начинаются у сторожевой башни. Только аккуратнее, там много эдемщиков. Боже, Пума, мать честная. Окей. Пума. Да, я из Пум. Что поделать? Вертолеты. Вертолеты управлять, да. Да. Ага. И это что? С пушками? С пушками. А этот? Давай купим такой же вертолет. Сколько они там? Почему невозможно? Вертолеты. Так.
Да. Что это значит? Я типа тачку не вернул на место вовремя. И что мне теперь вертолет отдельно искать? Окей, давай. Самая проблема, что если даже вертолет где-то стоит, когда я туда перемещусь, его уже там не будет. И что мне делать? Ну давай сюда попробуем. Здесь можно, нет, вот эту штуку взять. В принципе, не тоже не так далеко до миссии. Сейчас попробуем вертолетчик себе взять. Ладно. Где тут вертолетная площадка? Вот она, вертолетная площадка. О, класс. Ц. Угу. На X выбор оружия. Полетели, полетели, немножко поднялись, полетели. Вижу параплан. На лодке не вижу. А, все, вижу. А я одному уничтожу. За лодочным конвоем, и сколько мы следовать за ним будем? Медленные такие, не боясь, слишком быстро. Так, доберитесь до тайничка.
я не разглажу, надо что. Фига себе. Чёрт подери. Я так понимаю, там не обязательно теперь уже с воздуха, да? Там видел в окошке где-то. Оу, щит. Угу. Так не вариант. Тринадцать.
Так, я думаю, пора сажаться. Так. О, щит. Понял, перегруппировываемся. О, щит. Это зараза. Угу, минус. Так. Блин. На минус. Минус. Осталось три. Я аж отсюда вижу облака блага. Все, 20-20. Все. Уф. Так, я не понял, а мы с Верой не будем воевать, что? Ну, интересно же, да, что? А ну-ка. Пойдем с шерифом переговорим.
Вообще ничего не понимаю. Как регион освободить? Освободить это нужно убить Веру. Как дела, друг? Шерри заколебала. Мне плевать, что она предлагает за бутылку своего драгоценного Макхелен 57. У нас есть дела поважнее, чем поиски выпивки. Сектанты не вернутся, пока ты здесь. Так, а где шериф у нас? Привет. Мать говорила, что по мне тюрьму плачет. Но такого она представить не могла. Полегче? Привет. Вера просто взбесится, когда узнает, что ее братца Иоанна кто-то устранил. Ясно, ничего нового. Я почти ничего не помню после крушения вертолета. Помню, как хожу по полю с какими-то людьми. Хочу что-то сказать, но не могу. Слова будто застряли в горле. Вокруг туман, глаза болят, в носу щиплет, во рту какая-то дрянь. Еще я помню, что видел Веру и слышал ее. Не знаю, была она там или мне привиделась, я все осознавал. Я понимал, что меня похитили, но эта эйфория отгоняла все тревоги. Вот что такое блажь, салага. А. Ты вообще существуешь? Я тебя, кстати, не был. Спасибо, что помог нам в тюрьме. Пожалуйста. Только теперь как мне регион закрыть? Вот этого я не понял, если честно. У меня нет никаких миссий основных, правильно же? Именно в этом регионе. Блять, клинические испытания. Вот что нужно. Так, три шкуры гризли. Ну, пойдем тогда шкуры гризли собирать, потому что, видимо, только так мы закроем этот регион. Так, я тогда не на запись, насобираю шкур, а потом мы продолжим, чтобы 2 часа не было видео длиной. Так что скоро увидимся. А, пока. Подождем. Что ж, продолжим. Уф. Мама моя, я сраных гризли искал. 2 часа. Наверное, 2,5 даже. Пытался залутать их здесь. Сука, только черный. Пытался залутать их здесь. Только черный. Нет гризли. Сюда не ходил. Не стал уже даже ходить далеко. В общем, пытался 15 раз, наверное, здесь искал. Здесь я уже 4 раза торговцу продал шкуры черного медведя по 10 штук, то есть где-то около 40 я купил. Посмотрел в интернете туториал. Сказали, здесь есть. Хрена там нет. Сказали, здесь есть. Хрена там нет. Здесь ходил. Искал, искал. Нифига, штук 10 убил, черных нету. Здесь ходил, нету. Начал искать. В неизведанных областях уже смотреть. Тут, оказывается, есть такая метка. Гризли, сука. Можно было именно на метку гризли пойти. Здесь я таких меток не нашел. Поэтому полетел сюда на вертолете. Поэтому у меня здесь область даже не открыта. Полетел просто сюда. Тупо охотился за гризли. Но в итоге нашел я все-таки гризли. Значит, пойдем приманки ему принесем. Сранец. Ну, возможно, эту миссию я неправильно выполнял. Возможно, они там, если бы не взорвал, они бы и так пришли. Ой. Ну что ж, поговорим. Все могло быть хуже. Прости, что ты пришла. Нужно было все перепроверить. Я виноват. Ну, конечно, ты виноват. Молодец. Ты собрал достаточно образцов. Это охренел. Я подправил формулу, и она не подведет. Сейчас я закончу и отдам тебе новую приманку. Я благодарен тебе за все, помощник. Шериф хвалил тебя. Да, я бы тебе пулю в лоб пустил бы, засранец. Реально пустил бы. Вот. После этих 2,5 часов. Саржеза.
Все, да? Погоди, а я думал, что я на этой миссии смогу одолеть Веру, но нет. Да? И тут-то было, серьезно? Почему так? Погоди, то есть у меня тут нет заданий больше, правильно? Вот там поговорить, на это скорее. Круто ты поработал. Я видела, что они делают с теми, кого схватили. Ага. Скармливают людей судьям. Мы должны пробраться в центр Клык и всех там перебить. Идешь? Опа. Аванпост дали еще. Думаю, блажи не существует. А Вера просто сгоняет людей в свой бункер. А где бункер у нее? Ночникса. Пик хищника. Бери. У нее был пик ангела. Слово Иосифа. Здесь у нее база была, да? Там миссий нет вообще. Главных миссий, то есть, поверь, ничего нету. То есть я ошибся? Да, у меня есть пивоварня. Аванпост. Аванпост. Центр Клык. Замечательно. Это уже следующий регион. Но я думаю, нам пора, значит. Это Хёрк. Я тут в доме своего папани. Так что думаю, надо переходить на новый регион. Но в этой серии я уже, наверное, этого не буду осуществлять. Мы, наверное, может, просто сходим в ванпост зачистим. И еще один, еще один. Блин, далеко до него, да, отовсюду. Сюда почему нельзя тпшнуть? Лосникса. Я здесь не был, что ли? Возможно. Пойдем сейчас, значит, аванпост все-таки. Вот сюда можем путешествовать. Хватаем какой-нибудь транспорт, если есть. Если нет, то пешком дойдем. Еще один аванпост зачищаем и все. Так, мне, да, правильно, в ту сторону. Опа, тут квадрат есть, чуть сзади меня, чуть-чуть позади меня. Так, иди, папа, все, не нужно мне больше животных. Я даже друга взял верного, чтобы... Кстати, у меня патронов-то нету, да? А, здесь были. Да, здесь были. Это дом этой сумасшедшей, которая мне куму отдала. Не захотела больше слинячиться, да? Ладно, чёрт бы с ней. Забираем квадрат и уматываем отсюда. Ой, тут хищник внутри. Ой, скунс сраный. Че, запрыгнешь? Не, рядом там же, да? Ну ладно. Ладно, считай, что срезан. О, щит. По мою голову что? Ты
Уж. Ну да. Вот это я встрял. Ладно. Не, нам с вертушкой. Ну, что это там однозначно не вариант рассматривать. Это вон поздно, знаешь, придется подходить максимально близко. Патронов у нас тоже немного. Поэтому желательно охрану не вызывать. Еще две сигнализации осталось. Гани дурные. Помешанные, да, на безопасность. Скуны, походу. Три сигнализации, блядь, кто ставит? У нас везде по две было максимум. Даже три штуки запендюрили куда-то. Сейчас обойдем маленько. Песик нам пока сейчас всех спалит. Кто, где, почем, когда, зачем. Ага, осталось одно устройство. Где последняя сигналка? Наверху. Все. На. Ну, пойдем ближний. Значит, полезно. Не, охрана не могла сыграть. Все. Его варня освобождена.
Сколько здесь интересно осталось еще аванпостов? Благодарен за помощь. Так. Мы смотрим задание. Дополнительные. А, не, нужно смотреть так. Карта. Так, 8 из 8 аванпостов. Задание 19 из 43 только. Разрушено постройки секты всего лишь 2. Такие дела. В общем, на этом мы завершаем и продолжим уже с региона Иаков. С вами, как всегда, Пресса Геймс. До скорой встречи. Спасибо огромное за ваш просмотр, лайки, комментарии, подписочки. Чао.